И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас стартовал новый челлендж, и, как я и обещал, сразу же, сходу, мы вместе с вами тестируем новое устройство из этого челленджа. Это именно устройство на страйкер с бронебойной боеголовкой. При любом раскладе, если бы даже бы в этом челлендже не было бы этого устройства, уже бы сегодня я бы записал бы этот видос, так как считаю, что это новое, очень сильное устройство на эту пушку, которое может очень жестко наваливать в нашем матчмейкинге. И сегодня мы вместе с вами попробуем все это дело реализовать. Возьмем, давайте, резисты дефолтные для нашего матчмейкинга. Ну и отправимся в бой. Посмотрим, что у нас из этого получится. Также заодно зайдем, посмотрим, не выдали ли нам еще устройство. Нет, еще пока что устройств новых у нас нету. Но уже сегодня должны выдавать новые устройства из аркады. Ну и отправимся в быстрый бой. Посмотрим, что нам предложит матчмейкинг. В принципе, вот на такой комбинации мы сегодня вместе с вами сыграем. То есть страйкер с бронебойной боеголовочкой, арес и кризис. Именно эта комбинация супер жестко зашла для меня в матчмейкинг в предыдущие 2 дня. Кто, в принципе, смотрит стримы, тот уже эту комбинацию лицезрел. Я вам могу сказать сразу, что это очень и очень сильная имбовая комбинация в нашем матчмейкинге. До этого обновления я играл на такой же комбинации, только с устройством дистанционный подрыв ракет. Но к глубочайшему сожалению, дистанционный подрыв ракет занерфили, и на сегодняшний день нету никакого абсолютно смысла его использовать. Но я к этому думаю, что устройству мы еще вернемся, и вернемся и не раз, потому что я считаю, что его должны вообще вернуть в баланс. Но сегодня не об этом, сегодня мы про него говорить не будем. Сегодня мы просто реализуем контентовое устройство на пробитие. В чем же прикол его? Оно работает так же само, как устройство охотник, то есть в своем залпе имеет одну ракету, наносит этой ракетой пробитие, и сразу же после того, как вы наносите пробитие по противнику, вы добавляете еще один выстрел, чтобы его слить. То есть, если у противника нету иммунитета от пробития, то это железно, за 2 страйкера вы его можете уничтожить. Если он прожимает аптечку, то в таком случае у него есть чуть больше возможностей против вас. То есть он провязает еще аптечку и дополнительно подсейвится. Но при любом раскладе за 2 или за 3 страйкера вы сможете его уничтожить. Если у него нету иммунки, то вот примерно так эта ситуация вся разыгрывается. Но понятное дело, что если еще там спасателей нету всяких. А то вот сейчас, например, по противнику я бил, а он был со спасателем. Но вот если там бездашные танки, то в принципе с 2 ракет можно контентово уносить. И очень-очень хорошо реализовывать. Меня, конечно, закинуло в джаггернаут. Но я постараюсь погонять именно по противнику и, ну, можно так сказать, по ТДМить, чтобы как можно лучше реализовать это устройство и вообще показать вам, насколько большое количество очков можно на нем зарабатывать. Поэтому, если что, мы особо сильно на джаггернаута сейчас смотреть не будем. Будем просто катать, будем накидывать урон. От страйкера резистов у нас в матчмейкинге практически никто сейчас не использует. Поэтому есть постоянная возможность накидочки очень плотного урончика. Если у нас вообще еще и открытая карта какая-то была бы сейчас, а не закрытая по типу вот этого Вольфенштейна, то можно было бы делать еще большую грязь и еще больше киллов давать, и еще больше уничтожать оппонентиков. Но даже при таком раскладе есть возможность хорошо хорошей плотной накидочки. Я вот даже думаю, что, наверное, надо шарелу прожимать, а не думать тут ничего. Просто лучше шарельникс на Приболевскиса. Так, и добивалова сразу хорошая. Так, чуть откатимся, я думаю, чтобы меня тут не набрили. И попробуем сразу реализацию долбануть. Оп, хороший выстрел. Добавочка. Ну и 2 танка осталось без аптек. 200 очков у меня уже за 3 минуты. И если учитывать тот факт, что это, наверное, одна из самых худших карт, которая могла быть для этого страйкера, то это уже очень неплохой результат. В целом, я думаю, что если это устройство никто не будет трогать, то на дистанции оно, ну, будет
очень на длительный период времени себя очень круто показывать и реализовывать. Именно эта комбинация, мне так кажется, что может быть реализована, ну, на любом режиме. Просто на любом режиме. И, ну, я не знаю, что может быть лучше из устройств на Страйкер на сегодняшний момент времени. Даже тот же Уран, либо какой-нибудь там дефолтный, да, то есть Страйкер с адреналином, он при любом раскладе будет наносить в секунду меньше урона, чем как раз-таки это пробитие. Ну и вообще смысл брать другие устройства есть только в том случае, если как раз-таки у противника есть иммунитет от пробития. Если иммунитета от пробития нету, то смысла даже просто брать какое-то другое устройство нет, потому что это пробитие 100% будет лучше. Ну и понятное дело, что если сравнивать пробитие и оглушение, то понятное дело, что пробитие и в этом плане тоже будет актуальнее. Но здесь у противника вообще нет иммунитетов, поэтому за два страйкера мы спокойно можем вот так вот катать и респить оппонента. Ну и плюс еще не забывайте тот факт, что за счет как раз таки более быстрые ракеты у вас меньше ошибок с именно попаданием по оппоненту, да, то есть намного меньше вы промахиваетесь, намного меньше, да, то есть в этом плане у вас тоже все шикарно. Так, ну а мы пока что пробуем здесь что-то реализовать. Меня накручивает фриз шоковой заморозкой, просто шоковой заморозкой. Не забывайте, что еще у этого страйкера есть возможность крита. Да, и то есть вы помимо сводки пробития даете, еще и можете давать пробитие просто критовым выстрелом. То есть у вас еще есть дополнительная функция с этим страйкером. Это, ну, супер бомбическая тема. Так, ну я вижу, что там в чате очень много пишет вражеский джиггернаут, поэтому с такими разговорами, наверное, стоит нам попытаться въехать в него и попробовать его уничтожить. Правда, я думаю, что когда игроки так много пишут, то, скорее всего, они будут сейчас свои оверки юзать. Давайте в любом случае попробуем. Может быть, что-то у нас получится здесь его набревало. А, так это не джиггернаут базарит. Я думал, что это джиггернаут базарит. Оказывается, у нас просто игрок какой-то разговаривает за много в чате. Так, пробуем шареллу дать. Пробуем такую аккуратную линеечку вбодрить. Но меня все равно здесь сливает, там Изида вылечить джиггернаута, конечно, не сможет, но нас никто особо из тиммейтов джаггера-то и не выпушивает. Если бы у нас бы тут тиммейты хотя бы выпушили бы его, может быть, и шансов было бы побольше, чтобы его как раз-таки уничтожить. А то так меня тут фризы потихонечку набревают, набревают и еще раз набревают. Ну, а мы особо вперед не двигаемся. Ну, ладно, давайте пробовать все равно въезжать в него, потому что мы уже проигрываем. Попробуем что-то реализовать. Но устройство реально очень крутое. Да, то есть, если брать тот факт, что у противников сейчас, ну, хотя часто, если честно, часто иммунитеты от пробития, но все равно, если вы будете играть в какой-нибудь группе, плюс там у вас будет всякие там контентовые устройства в команде, то, ну, например, в этом бою сколько у нас иммунитетов? Один иммунитет от пробития, да, то есть сейчас у нас и от, как говорится, и Эмми берут очень много иммуночек, и от оглушения стали брать, потому что появились сильные устройства на оглушение. И даже по даву я встречаю в матчмейкинге игроков, которые по даву берут. Да, поэтому в этом плане есть возможности с реализацией пробития. Хотя для меня лично иммунитет от пробития — это, наверное, лучшее, что есть на сегодняшний момент времени в нашей игре. Поэтому я зачастую практически на всех корпусах это пробитие не меня. О, кстати, выдали уже устройство. Я вижу, что есть тиммейт с устройством на гром с лечения. Значит, что мы сейчас тоже пойдем тестировать свои устройства после этого видоса с аркады. И посмотрим, как они себя будут реализовывать и показывать. Так, что тут у нас по накидочке? Хорошо, уничтожаем. Еще один танчикс. Так, и пробуем еще сливать. Пробуем еще сливать. Джиггернаута у нас, кстати, слили. 1-1. Счет. Хорошо. 6 минут до конца. 6 минут до конца.
Попробуем выиграть. Овердрайв у меня появляется. Главное, чтобы наш тиммейт здесь не умирал. Чтобы он чуть пожил. Тогда будет вообще все шикарно. Теслочку можно слить. Да, громчику с лечением. Накидочку плотную оформляет. Так, ну и попробуем сейчас вот этого еще гаусика здесь слить. Углы у страйкера шикарные. Поэтому в этом плане тоже проблем никаких нету. Можете спокойно накидочку оформлять. Так, пробуем эту Теслу забрать. Ага, у нее еще спасатель. Ну, дополнительно какой-то урончик накинули. 565 очков. Работаем, 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 пробуем. Пробуем накидывать. Тыщеночку, по идее, ну, можно было бы, наверное, выбить с этой катки. Если бы у нас был бы немного другой режим. Но так, в принципе, если ближе к 1000 дотянусь, то уже будет неплохо. Так, пробуем забирать овердрайв на центре. Единственное, конечно, плохо, что теперь это устройство не наносит сплэшом по двоим танкам сразу. Статус-эффект. Потому что раньше, если я не ошибаюсь, то именно так и работало это устройство. То есть по двум танкам сразу можно было статус-эффектик нанести. Сейчас такой возможности, к сожалению, нету. Но даже с тем учетом, что такой возможности нету, все равно очень-очень круто работает это устройство. Так, Теслочка у нас какая-то сверху накидывает. Давайте попробуем выпушить Джаггера. Попробуем сейчас через центрик заехать. Чтобы сильно я так смотрю, что он на меня не смотрит. Даже получится. А, нет, смотрит. Смотрит. Ну ладно, давайте прожмем просто такую какую-то торпеду. А то у нас овердрайв довольно долго сейвится. Его особо сильно тут не пореализуешь. В такой катке. Ну ладно, пробуем, пробуем еще. Что-то накидывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сбили ему спасателя? Нет, спасателя даже не сбили, офигеть. Ну, спасатель, как говорится, да? Помните, как я недавно тестировал это замечательное устройство? Вот так вот этот спасатель реализуется. И не так просто его уже уничтожить, когда здесь игроки с ним играют. Ну ладно, в любом случае... В любом случае, у нас-то режим джаггернаута, и нам надо по-хорошему смотреть именно в джаггера и стараться его респить. Поэтому давайте пушить, еще как минимум у меня один, может даже два овердрайва будет. Надо, чтобы только наши тиммейты чуть-чуть саппортинга какого-то дали. Так, это у нас иммунитетик есть у противничка. Да, иммунитеты есть, то можно просто обычными выстрелами накидывать урон. Так, здесь подставляются. Ну, фризы, конечно, это супер противная вещь. Прям мега противно, когда играют против вас. Ну, по этой катке, в принципе, у нас даже в два раза больше очков, чем у тиммейтов. Хотя показатель слабый. Слабый. Очевидно, что это слабый показатель. Когда у нас тут 600 очков всего лишь. Или сколько у меня тут? 700 практически. За такую полную катку это крайне-крайне маленькое количество, я бы сказал. Так, ну, здесь мне, конечно, еще и уносит. 37 киллов на 20. Идем. Ну, до 50, если дотянем. В такой катке это будет, наверное, неплохо. С овердрайва Ареса тоже тут особо большого количества киллов я не выжил. Хотя можно было бы попробовать что-то покидать. Так, пробуем забрать вот этого молодого. Ага, громчик лечением работает. Довольно быстро, кстати, перезаряжается. Со стороны выглядит неплохо. Пробуем пробитие накинуть. Хорошо, забираем еще один танк. Забираем еще один танк. Критовичка 4 с половой просто залетает в голову. 91% овердрайва. Попробуем сейчас джаггера вражеского разобрать. Ага, понял. Ожидает, выжидает. Так, накидочка. Хорошо, отлично. Только без шарелла. Хорошо, забрали. Ну и громчик мог бы накидочку какую-нибудь дать. Могу какую-нибудь накидочку дать. Сыграю под него. Сыграю под него. И пробуем забрать. Пробуем забрать. Давай, давай. Хорош, громчик, красавчик. Просто красавчик. Так только я не могу понять. У него получается сплэш урона нету, да? Наверное. Ну нормально. Есть контактичек, есть контактичек. 2-1. Пробуем еще нанести урон по вражескому джаггеру. Еще трешечку закинули. Там Изида с вампиризмом пытается вылечить джаггернаут. Нормальная тема под овердрайвом.
Так, 41 килл, но победка в кармане — это самое главное. Чтобы, конечно, дополнительно бы очков побольше поднаколотить. Но так, конечно, голова отлетает с этим страйкером. Прям вообще жестко. Очень сильная темка. Так, пробитие, пробуем. Накинуть, еще и зидочка пытается пушить, давайте нашего джаггера. Ага, понял, то уже сейвить, можно и не сейвить, если честно. Уже-то можно джаггернаута-то и не сейвить. Когда у нас тут уже 3-1 счет. Так, ну фриз вылетает, отлично. Все, овердрайвы все у нас противники потратили. Можно теперь попробовать накинуть урон по Тесле. Иммунитет тоже, что ли, появился. Бывает еще иногда страйкер с пробитием не проходит, я не знаю почему. Но бывает такое, что непопадалово какая-то происходит. Но в любом случае, наверное, на гауссе происходит больше всяких этих ошибок. Конечно, не хотелось бы, чтобы были бы эти все выстрелы неприятные без урона. Но в нашей игре, к сожалению, без этого никак. Так, наверное, меня здесь оглушает. В принципе, очень неплохой показательный бой. Да, если, конечно, мы бы сыграли бы какой-нибудь получше режимчик, а не Вольфенштейн в Джаггернауте, то был бы шанс еще больше накилять. Но на дистанции я вам скажу, что это мега крутое устройство. И советую вам всем его потестировать, поиграть, понагибать. Потому что я считаю, что это сейчас самое сильное устройство на как раз-таки страйкер. Ну и это, возможно, новая лютейшая имба. Для меня так точно. Я на этой комбинации сейчас уже играю несколько дней. Да, и буду играть. Я думаю, что пока ее нерфить не будет, пока она мне не надоест, можно спокойно на ней разваливать. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег — это тег TeamP. Установите его, поддержите меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Всю информацию по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.